Добрый день, вашему вниманию еще один лот с зимним миксом канатов, что на данный момент очень популярный, можно сказать, является хитом продаж. Итак, это хлопковый кардиган с кружевом по концам, ну, большого размера. В основном здесь 52-54. Толстовка молодежная с петлей внутри, петля внутри. Блузка. Плотный хлопок. В этом лоте мне показалось, что много мужского. Хлопковые штаны. Флисовая кофта. Нарядный пиджак. Жакет, пиджак женский. То есть он может быть зимним вариантом за счет водолазки, допустим. Я думаю, он вообще, он на самом деле классный, и у него дорогие пуговицы. Я вот предполагаю, что стоимость этих пуговиц дороже, чем сам жакет, который, по которой вы у нас его купите. Леггинсы тепленькие, флисовый жилет. Вот тоже интересная рубашка женская, она не фланелевая, фланель такая интересная, то есть завязками внутри. Штаны спортивные, прямая нога. Вот тоже классная штука, это ярко выраженный стиль USA, это пыльник, дождевик, то есть это такая, молодежь оценит такие вещи. Такая стильная молодежь. XL, хлопок, здесь тоже хлопок. 2XL, мужская, здесь 2XL с сеткой внутри, хлопок 3XL. Трикотаж с капюшоном. База хлопковая. XL джемпер. Здесь кофта женская 3XL. Вот с таким гольфом. Здесь с начесом кофта, но при этом она мягкая такая, мягкий хлопок. Свитер с гольфа, красивый цвет, но большой. 4XL, да, потому что он, ну, прям видно, что он большой. 4XL. Хлопковая база, тоже большого размера. Поехали дальше. Юбка велюр 2XL, средняя длина. Здесь идет кофта, у нее нет застежки, только вот, то есть получается вот так вот она, такая женственный вариант кофты 2XL. Спортивные леггинсы. Они, это термобелье, вернее, не леггинсы. Здесь с начесом толстовка мужская. Хлопковая база L. 2XL. База, хлопок. Женские джинсы, леггинсы на резинке. Я их отсюда убираю, потому что у них есть дефект. Хлопок. Толстовка очень такая приятная. Как она, знаете, как велюр, но это не велюр. Какая-то интересная ткань. Халат. Женские джинсы на замке, 26 размер. Толстовка с
с начесом хлопок. С начесом хлопок 2 икса. Здесь флис. Джемпер. Удлиненный, кстати, джемпер. Здесь удлиненная толстовка. Смотрите, у нее по бокам есть детали со шнуровкой. Можно, допустим, под силуэт ее зашнуровать, чтобы она такую слегка выраженную талию имела, чтобы не сильно обтягивала. Толстовка на петле с открытыми плечами и воланчиками. Классная вообще, классная, супер просто. И бренд известный. Смотрите, какой молодежный вариант. Но она вообще не 2XL, это S-ка максимум. Она еще немножко удлиненная. Плотные джинсы на замке, 24 размер. Удлиненная рубашка женская. Леггинсы или брюки свободные из легкой джинсы. Ну, не совсем тонкой, но она такая не плотная. База. Велюровые брюки с прямой ногой. Мужской джемпер 2XL. Ай, какое пальто! Красивый цвет, простой достаточно силуэт. Самое главное, что оно мягкое, потому что людям с большим размером все вот эти четкие контуры на плечах не подходят, потому что они будут увеличивать силуэт. А у этого пальто, которое я бы назвала плащом в том числе, у него еще есть красивые вставки из трикотажа на рукавах, средняя длина. И вот тоже, да, смотрите, это явно уже какая-то, ага, это куртка, смотрите, это обратная сторона куртки, которая вполне, я бы сказала, может годиться, чтобы ее так носили. По факту, эта куртка может быть рабочей или не рабочий, посмотрите. Во. Вот с горы человек поедет на лыжах, эффектно будет смотреться. Она теплая. Не скажу, что на морозы, но достаточно теплая. Подробности об этом будете в ссылке под описанием.